До лета остается чуть больше месяца, и многие родители уже обеспокоены тем, как их ребенок проведет каникулы. В этом году юных гродненцев готовы встретить 5 стационарных лагерей. На сегодняшний день специалисты отмечают их 80-процентную готовность к сезону. Цена путевки в летний оздоровительный лагерь увеличится на 10-15%, и полная стоимость будет равняться 3-3,5 миллионам белорусских рублей. Для тех родителей, которые выплачивают взносы в фонд социального страхования, государством предусмотрены дотации – 1 600 000 белорусских рублей на путевку. В целом же мамам и папам стоит уже сейчас позаботиться об устройстве своего чада в лагерь, чтобы не опоздать и не остаться без такого желанного детского летнего отдыха. Если родители работают на предприятиях и организациях, то им нужно обращаться на свое предприятие, в комиссию по оздоровлению, которая займется приобретением путевок для сотрудников своей организации. Если родители не работают и зарегистрированы в центре занятости, либо эти родители являются индивидуальными предпринимателями или неработающими пенсионерами, в таком случае нужно обращаться в областное представительство республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортного лечения по адресу Социалистическая, 10.